теперь мы переходим ко второй части картона, надеюсь, наиболее интересной для большинства части. По правилам картона, все ознакомлены с регламентом или лучше их повторить? Правила и регламент прочитали на страничке? На странице мероприятия. Да. Да, там 7 пунктов. Ну, я знаю, может быть, длинно. Но правила, в принципе, достаточно простые. Значит, первое. Вы должны зарегистрировать свою команду. Вот есть список. Сегодня уже по регламенту, начиная с 11, можно было регистрировать команды. Сейчас у нас зарегистрировано 7 команд. Максимальное количество человек в команде трое. Соответственно, минимальное 1. Чем больше у вас людей в команде, тем среди большего количества людей вам потенциально светит делить приз. В других ограничениях, в принципе, размер команды нет. Ну, можно как пример привести, что в Петрозаводске выиграла команда из одной девочки. И второе место, кстати, тоже. Второе место тоже заняла команда из одного мальчика. Да. Вот. Но в Питере первые 2 места получили команда из двух человек. Да. Ну, обычно 1 и 2 человека, вот по опыту, наиболее эффективные. То есть у нас те команды, где было 3 человека, они нигде высоко не поднимали. У нас пока это вот. Опыт-то небольшой в плане проведения хакатонов по Тайзе. То есть, ну, если у вас слажена команда из 3 человек, почему бы нет? Наверняка у вас получится что-то хорошее. Вот так вот. То есть я хотел сказать, что просто есть примеры, когда выиграла команда из 1 человека. Да? Ну, в Питере 1 человек взял 3 место тоже. При этом была команда, например, из 3 человек тоже. То есть то, что вы один, это абсолютно не значит, что вы слабее. Тогда это, в принципе, помогает. Значит, при оценке... А, вот, спасибо большое. Чтобы мне было не ходить действительно за свое место. Значит, у вас время фактически сейчас уже идет, можете его использовать для тех, кто зарегистрировался. Для тех, кто не зарегистрировался, сначала надо зарегистрироваться, после этого вы имеете право начинать реальную разработку. Оценки будут производиться по 3 критериям. Это законченность приложения, инвестиционная сложность и интересность функционала и качество UI и визуального оформления приложений. Как видите, каждому из этих критериев дано равное количество баллов, до 10 баллов, поэтому очень рекомендуем сделать разумный баланс. То есть, если вы делаете очень сложное приложение, но получаете низкую законченность и, соответственно, мало времени остается на UI, то в сумме, скорее всего, вы проигрываете. В то же самое время, если вы делаете очень простое приложение, то, скорее всего, вы очень сильно просядете на этом пункте, на инвестиционной сложности. Ну и обычно качество UI на совсем простых приложениях, если только не ориентировано, конечно, на что-то очень красивое, тоже страдает. По опыту хорошо идут те приложения, где функционал относительно просто может наращиваться. То есть вы можете сделать какой-то базовый функционал продумать и дальше, в зависимости от того, сколько у вас остается времени, что-то докручивать. То есть такое планирование, оно наиболее оптимальным является. Значит, регистрировать свои приложения можно до 10 часов утра завтра. То есть у вас, в принципе, у нас с 9 часов начинается, до 10 можем спокойно регистрировать новое приложение. Кстати, это касается и уже зарегистрирующих команд. Если вы хотите в команде изменить количество людей, разбить команду или наоборот кого-то добавить в команду, изменить название своего приложения, пожалуйста, до 10 утра завтрашнего дня это допустим. После этого это уже фиксировано и изменения дальше не принимаются. Значит,
результаты, представление результатов спланировано на 14.00 7 декабря, субботы. Потенциально время можно быть, возможно, перенесем там на час, на два, но при условии, что все команды будут об этом ходатайствовать. Члены жюри тоже. Да, члены жюри тоже. То есть я бы на самом деле, хоть время и раннее относительно, я бы на вашем месте не сильно рассчитывал, что оно будет перенесено. Очень большая просьба, на самом деле члены жюри это будут учитывать, при рассмотрении писать о прогрессе своих работ, соответственно, используют эти теги. Нам очень важно самим смотреть, какие вы проблемы упираетесь, что у вас вообще происходит в проекте. И опять же, не забывайте, что идея хакатона в том, чтобы вы не только самостоятельно в своем углу это делали, а пользовались помощью специалистов, которые в комнате достаточно много. То есть, если у вас возникает какая-то проблема, можно просто спокойно обращаться к Кириллу, к Ренату, к Марку, где могу я постараюсь помогать, но Кириллом Марк и Ренат намного выше писатель, намного лучше писатель, чем я в Тайзне. Но в любом случае, такого количества команд, я думаю, это количество специалистов не будет проблемы для помощи. Обычно как раз команды почему-то менее активны в использовании специалистов до последних часов. А вот как раз на последних часах почему-то проявляется какая-то сильная активность. Соответственно, есть несколько важных контрольных точек. Завтра в 10 часов утра начинается презентация идей проектов. Ваша задача просто рассказать, что же вы хотите сделать. Это можно рассматривать как некую такую короткую пич-сессию. На предыдущих, как вам давали, 5 минут, но думаю, это более чем достаточно. Обычно хватает там 2-3 минут, да. Хотите со слайдами, хотите без слайдов, как удобно. Это не принципиально, как вам удобнее. Главное, чтобы вы смогли донести до всех участников, что же хотите сделать. И, соответственно, очень рекомендуется участвовать в диалоге с остальными участниками хакатона, потому что вот в этом плане мне в Питере очень понравилось, что активно все комьюнити по каждому проекту предлагало, что можно быть лучше, то есть как можно на самом деле довести функционал, вообще как проекты могут быть улучшены. В конечном итоге вы помогаете, вам помогают, это все выигрыши остаются. Дальше у нас будет контрольная точка завтра же. В конце дня, если я правильно помню, по регламенту 18.00, можно посмотреть программу. Это контрольная точка представления результатов прогресса по разработке. То есть, опять же, просто в конце дня можно показать, или нужно показать, что же вам удалось сделать относительно вашего плана и план или изменение плана на следующий день. Дальше у вас следующее представление, у вас, собственно говоря, будет основное в 2 часа дня воскресенье. То есть очень, опять же, что? В субботу. Да, в субботу, ой, воскресенье, прошу меня, да, в субботу, 2 часа дня. Очень рекомендуем использовать, максимально использовать это промежуточное представление, чтобы получить максимальный фидбэк и от членов жюри, и от аудитории по функционалу, по тем, какие проблемы у вас есть. То есть на этом этапе надо не прятать проблемы, а наоборот максимально их показывать, особенно те проблемы, где вы видите, что какие-то есть, не очень понимаете, как решается, или там видите несколько путей решений и не выбрали какой. Или даже если вы только что выбрали, но не очень уверены в своем выборе, вот на этих моментах имеет смысл остановиться и поговорить.
Дальше в 14 часов, ну да, разумеется, у нас режим будет достаточно свободный. Посмотрим с командами, решим, какая аудитория будет более удобна для хакатона. Один вариант. Мы можем здесь, соответственно, переставить парты, формировать несколько квадратов под каждую команду и продолжать в этой аудитории. Или можем перейти в тот класс. Там есть круглый стол и есть, соответственно, по углам куски. Опять же, наверное, будет правильно, если команды завтрашнему утру скажут сами, какой режим более приятен. Но условие, что команды должны быть в одной комнате, то есть чтобы мы были вместе с командами. По призам, значит, у нас объявлено три приза. Первое место 35 тысяч, второе место 20 тысяч, третье место 10 тысяч. Соответственно, приз делится между всеми участниками команды, то есть если больше, чем один человек, то между собой делите. Это уже чистыми, то есть после налогов. То есть не волнуйтесь, налоги уплачиваются сверх этой суммы. Поэтому по самому оформлению призов будет некая процедура, то есть формально нужно будет сделать договор о передаче приза, но это стандартная форма. Победитель увидит, это ничего сложности себе не представляет. Может быть, единственное, что я думаю, все будут рассчитывать на то, что все-таки выигрывают, иначе вряд ли имеет смысл участвовать. В последний день было бы очень хорошо, если бы имели свои общегражданские паспорта, как минимум знали номер ИНН, прошу прощения, ну и номер своей регистрации и банковские реквизиты. Потому что если у вас это есть, то просто вся процедура будет намного быстрее. Вопросы? А это где? Это в Твиттер. На крайний случай ВКонтакт. Но да. Лучше зарегистрироваться в Твиттер, это там 3 минуты. Хороший повод завести аккаунт. Повод подписаться на наш аккаунт. Да. Если картон читает. А мне устать? Браузер. Браузер, конечно. Вопросы какие-нибудь по организации, как оно по правилам? Кто сейчас из присутствующих еще не записался в команды? Вы не записались, вы не записались? Я еще не записался, я четверо. Хорошо. В принципе, мы сегодня еще здесь будем часов до, по крайней мере, я здесь планирую там до полдевятого или до последнего находящегося здесь. Может, здесь и до 9 больше, в принципе, быть, но... То есть, на крайний случай, Сергея можно будет записаться. Да, записаться можно вообще. Вот. Можно уже сейчас использовать время для начала работы по хакатону. Завтра в 9 часов все по регламенту. Пару слов, может быть, про сами проекты. Я повторю, может быть, очевидные, наверное, для многих вещи по поводу проекта, что первое, вы должны понимать, какую проблему решает ваш продукт. Что если это бесполезная, никому не нужная вещь, то она действительно никому не нужна. То есть ваш проект должен что-то решать, как-то быть полезным людям. В принципе, игра тоже она полезна, потому что она как тайм-киллер развлекает. Затем проект, который убивает ваше время, тоже считается проектом. Просьба не залипать на каких-то вещах. Сразу определите в своем проекте самые сложные вещи, берите сразу за них. Если сомневаетесь, подойдите к нам, спросите, как лучше реализовать. То есть мы подскажем, выбрать эту или иную технологию или путь решения. Если залипаете, то не сидите, не решайте
То есть, ну, сразу идите к нам и спросите, как лучше. Мы, может быть, даже и не решим эту проблему, но направим нужное русло. Пока вы будете решать, мы, может быть, найдем решение. Собственно, наверное, и все. Больше позитива. То есть воспринимайте это как просто развлечение. Мы пришли, чтобы сохранялся такой дух хакерства.